И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такая гиена получилась для комплекта, значит, в группу, где есть все персонажи львы, потом орлы, там вороны, олени и волки. Для анимации, значит, вот такой готов уже. По вопросу, где их скачать, есть только платные, да, более-менее нормальные, но цена заоблачная для меня лично. Бесплатных нету. Вот единственное, вот это будет первая бесплатная модель, я думаю, в группе, которую можно будет скачать. С ригом уже выложу, со всеми текстурами. Возможно, даже анимацию к ней сделаю. Давайте посмотрим, как я это все делал. Просто такой ролик, именно обзорник на этого персонажа. Значит, все делал я по прошлым роликам, которые уже выкладывал на канале. Так, первое, что я сделал, это сделал вот такую болванку с картинки. Отдельно лапы, отдельно хвост, отдельно тело. Вот такая штука получилась. И вот с этой болванки, которую я потом объединил, я ее, значит, отгладил, подтянул, переработал кое-где, вот именно с мордой, да, получилось, опять же, по прошлым роликам, которые я выкладывал, получился, значит, вот такой результат. Так, закидываем сюда модельку, значит, сейчас сделаю веком пока дубликат. И импорт обжевскую, которую я переработал. Так. Значит, вот такая вот получилась болванка. Делал я ее, значит, скульптис альфа 6. Ну, там мне больше нравится выглаживать вот это все дело, пролепливать. Так, ну а следующий этап, значит, был покраска, отделение нижней челюсти для анимации, значит, для вставления зубов. Ну, вот такая штука. Так вот получилось. Так, картинку. Сейчас покажу вам картинку, с которой делалось маскирование. Все это будет в папке, значит, да? Вы можете повторить. Там будет болванка, значит, не обработанная. И будет уже вот эта добавлена обработанная болванка. Текстуры, которые я использовал, будут тоже там в папках. И вы можете это все дело, значит, переработать. Попробовать сами сделать. Так, по текстуре. Вот такая вот текстурка использовалась. Вот такая вот текстура была, значит, для каркаса. Все это дело маскировалось, вытягивалось. Потом, повторюсь, все это дело выглаживалось, перерабатывалось. Так, есть такое дело. Есть вот такая текстурка, значит, это с интернета. Вот можно ее использовать для покраски. Возможно, еще одного сделаю с так, вот с таким, так, с таким цветом, да, одну гиену. Так, и значит, использовалась вот такая модель. Это 3D-модель, которая именно для покупки. Ну, я взял скриншоты, поделал. И использовал вот эту текстуру, значит, для покраски вот этой гиены. Ну, в принципе, что, все нормально. Еще что я сделал, это, опять же, повторяюсь по роликам. Так, надеюсь, будет видно. А, это уже с текстурами.
Так, давайте я покажу, как я это все делал. Так, вот есть у нас раскрашенная модель. И захотелось, допустим, сделать, ну, чтобы шерсть была пролепленная. Это опять же по прошлым роликам. Все по прошлым роликам. Заходим в маскинг, находим Mask B Color, Mask B Intensive. Находим в деформации Inflat. И инфлатом чуть-чуть таки, вот можно это дело выдавливать. Я чуть-чуть, значит, это дело поднадул. И получается, какой у нас внешний вид. Так, здесь еще плоховато видно. Делаем. Так, где-то тут деформация. И инфлат чуть-чуть вниз. Вот. Теперь делаем Ctrl-I, инверсию вот этого всего. И пробуем еще чуть-чуть уменьшить. Ну, тогда персонаж у нас станет потоньше, получше. И маску снимаем. И здесь вот вы, наверное, увидите, что вот уже... Так, на каком цвете пока? На сером. Вот на сером цвете есть уже вот эти вот... проработанная, значит, шерсть. Ее можно сделать еще больше, и будет все прикольно. Вот сразу уже видите, более так она выпуклая кажется. Ну а конечный результат, так, вот он, это значит 5000 полигонов, 5343 полигона, и значит на повышении 1 лям 367. Вот такая вот сетка. Ну, вот такой кобель. Такая вот гиена. Итак, значит, модель будет в ВК, вставлю риг, все туда выложу, все текстуры, все будет в комплекте. Вы можете попробовать, значит, от головы вот этой необработанной болванки сделать более как улучшенную и также нанести, значит, текстуры. Ссылки на ролики, как это все делать, оставлю в описании. Ссылку в ВК оставлю тоже в описании. Вот посмотрите, там можно зайти и все это будет скачать. Ну, на этом все. Всем пока, до свидания.